Всем привет, ребят, с вами Игорёк, и сегодня я вам расскажу про раздачи, которые у нас существуют на 21.11.2019, но перед началом спонсор. Хочешь купить топовые игры, но не знаешь где? Тогда заходи в магазин Fine Shop, здесь ты можешь найти аккаунты Origin, Uplay, Steam, гифты, ключи Steam и многое другое, и все это по очень низкой цене. Ссылочка будет в описании. Давненько у нас не было раздач сайта Humbumble, и наконец-то что-то да появилось. Надеюсь, то, что они с раздачами зачастят, потому что, ну реально, последняя раздача, даже не помню, если честно, когда была. Раздается у нас игрушка под названием Serial Cleaner какой-то. В игре есть карточки, правда, я не знаю, выдаются они или нет, уже потом, собственно, посмотрим. Ссылочка, как всегда, будет в описании на все раздачи. Вот, переходим, значит, игра у нас раздается трое суток, поэтому скидывайте ролик своим друзьям, чтобы они тоже успели взять эту игрушку. Для начала вам нужно пройти регистрацию, если у вас до сих пор нет аккаунта, у меня уже аккаунт есть, поэтому я уже залогинен. Жмем, в общем, на кнопочку Get the Game. Далее нас перебрасывает в самый низ, снова жмем на кнопку, и у нас обрабатывается оформление заказа. И далее нам нужно просмотреть письмо на почте. Но можно, не заходя на почту, открыть сразу ключик. Жмем на этого логотип, далее жмем кейс, и вот здесь вот нас встречают вот название игры, и жмем на вот эту кнопочку. Забыл также упомянуть то, что вам ключ нужно будет активировать до 28 ноября, поэтому если у вас там есть он лишний, там, не знаю, другу отдайте, продайте, в общем, до 28 ноября он должен быть активирован. Появляется ключ, мы его, естественно, копируем. Как видите, игра активировалась, сейчас я запущу фарм карточек и скажу вам, фармятся они в этой игре или нет. К сожалению, для этой игры карточки, как видите, не фармятся. Если кто не знает, ну что, как вообще, что это за программа, что, как фармить карточки, у меня на канале есть видосик, обязательно его посмотрите. Многие, конечно, говорят то, что фарм у вас не работает, то есть программа вот эта Idolmaster не работает. Но, как видите, у меня все работает, ребят, поэтому не знаю. Возможно, вы что-то не так сделали, и, в общем, хз. Переходим к следующей раздаче. Следующая раздача у нас проходит в Epic Games Launcher. Если у вас до сих пор нет еще аккаунта, то обязательно заводите. Раздаются, в принципе, игры, как и всякие инди, так и вот, допустим, Бэтмены, там, не знаю, Сабнатики, ну и кому-то еще, конечно, каждому свое. Вот, а на данный момент у нас раздается игрушка под названием Bad North, и следующая игрушка, которая у нас будет, это Rayman Legends. Ну, Rayman Legends, если не ошибаюсь, она уже в Uplay раздавалась несколько раз, даже, ну, разные части раздавались, поэтому, ну, опять же, такое себе. Игру можно будет забрать с 21 ноября до 29. Переходим в вкладку «Магазин», далее там будет вот эта менюшка типа для выбора игры бесплатно. Мы нажимаем, и у нас вот здесь кнопочка «Получить». Нажимаем на нее, и у нас также обрабатывается заказ. Мы снова жмем на кнопочку «Оформить заказ», и игра добавлена на наш аккаунт и останется здесь навсегда. Также, ребят, хотел упомянуть то, что не всегда есть какие-то годные прям раздачи, то есть раздаются какие-то игры там чисто для коллекции, то есть без карточек, без всего, чисто плюс один, допустим, в библиотеке там, ну или бывают даже годные раздачи. Не забывайте просматривать плейлист «Многоразовая раздача ключей Steam». Я там собрал все сайты, которые, ну, по крайней мере, мне известны и которые постоянно обновляются, то есть иногда я пилю посты в группе, иногда не пилю, поэтому вы обязательно посмотрите все эти ролики и следите, я думаю, там вам какие-то сайты 100% понравятся. Вот мне лично Лутбой сайт нравится. И giveaway.su. Это, опять же, такие, как мне кажется, более самые популярные, что ли, сайты. Ну, опять же, на мое усмотрение. Вот. Также приходите на стримчанские. Стримы у меня проходят 2 через 2. Вот. Надеюсь, этот ролик вам был полезен. С вами был Игорёк. Всем удачи и всем пока.